Добрый день, уважаемые студенты, так и хочется сказать, надеюсь, что вы действительно скажете, вы будущие потенциальные студенты, и для этого мы с вами здесь и занимаемся. Сегодня мы продолжаем историю, и тему, которую мы с вами начинаем сегодня разбирать, это следующий период и следующий этап в истории древнерусского государства, это период политической феодальной раздробленности. И вот давайте посмотрим на первый наш слайд. Я на этом заглавном слайде вам специально вынес вот такие вот картинки, которые как раз и определяют, что же собой представляла Русь в эпоху 12-13 веков. Если вы посмотрите, вот верхняя гравюра как раз и показывает междоусобные войны. Как следствие, распад государства, единого целого государства на отдельные удельные княжества. И видите, внизу представлена такая карта, уже не единым цветом закрашенная, а в виде лоскутного одеяла. Ну и как следствие, падение обороноспособности Руси, которая привела к внешней агрессии. На западе, на северо-западе эта агрессия вылилась в виде, скажем, вторжение на территорию Руси шведских и немецких рыцарей. Это вот видно на картинке. Ну а юг нашей страны подвергся нападению нашествия монголо-татар. Ну, для того, чтобы дальше идти с вами по теме, мы немножечко должны с вами выяснить некоторые термины и понять, чтобы потом как-то с ними работать. Я думаю, что термины для вас знакомы, но давайте повторим. Я уже упоминал слово удел, удельное княжество. Что это такое? Удел – это владение младших членов княжеского рода. Изначально, когда у князя рождался, скажем, наследник, мальчик, ему выделялся земля, удел в его владении. В последующем именно эти уделы и станут основой для будущих, собственно говоря, отдельных независимых удельных княжеств. Уделы очень сильно отличали от вотчины. Вот это слово совершенно иное. Вотчина – это земельное владение, которое принадлежало феодалу потомственно, то есть от слова «отец» – «отчина». И вотчина передавалась по наследству от отца сына, и князь не имел права вмешиваться во внутренние дела вотчины. Причем вотчина – это был комплекс, состоящий не только из земли, пахотной земли, построек, инвентаря, но и прав на зависимых крестьян. Ну и в этот промежуток времени появляется окончательно такой термин, как эксплуатация, присвоение результатов чужого труда и извлечение прибыли из чего-либо. Вот, познакомившись с этими терминами, мы с вами движемся дальше. И давайте попытаемся разобраться, что же за период в истории древнерусского государства, который получил название политическая феодальная раздробленность. И начинаем с определения. Период политической раздробленности, или иногда он еще в учебниках называется как удельный период, поскольку Русь распадается на отдельные части удела, это период, который продолжался с 12 века, с начала 12 века, по конец 15 века. И он характеризовался политической, экономической, юридической самостоятельностью княжеств, входившей в состав Руси. Чтобы вам было понятно, вот на следующем слайде хорошо представлена вот такая своеобразная хронологическая линия времени, которая нам показывает Русь Киевскую, и вы видите дата образования Киевской Руси 882 год, и вы, я думаю, что догадались, о каком событии идет речь. Здесь изображен князь Олег, который на руках держит малолетнего князя Игоря. Именно в этом году варяги из Новгорода взошли на территорию Киева и провозгласили об образовании нового государственного образования под названием Киевская Русь. Этот промежуток времени заканчивается XI веком, и, собственно говоря, с начала XII века и по XV век это период феодальной раздробленности, который заканчивается образованием новой уже Руси Московской. И вот во многом расцвет Московской Руси связан с именем и правлением Ивана IV Грозного, которого вы видите. Ну, в дальнейшем мы с вами еще о нем поговорим. И вот между Русью Киевской и Русью Московской достаточно длительный период, практически в 3 с лишним столетия, это период феодальной политической
раздробленности. Очень характерно вот увидеть, чем отличалась раздробленность, скажем, от предыдущих годов, если мы внимательно посмотрим на вот эти вот карты. Видите, две карты. Русь до раздробленности, она показана. И здесь единым таким зеленым цветом окрашена территория древнерусского государства. Обращаю ваше внимание, по тем временам это одно из крупнейших княжеств или государств Западной Европы. Обратите внимание, ее северная граница начиналась у берегов Балтийского моря, простиралась фактически до берегов Черного моря, вы видите здесь по карте. Западная такой граница, естественно, выступали Карпатские горы, ну а восточно доходила до Урала. Это вот перед нами карта, которая нарисована слева, и она окрашена вот таким единым зеленым цветом. Если же мы посмотрим на карту, которая находится у нас справа, то вы видите здесь совершенно иную уже окраску. Здесь уже, вы видите, карта закрашена разными цветами, поскольку каждое отдельное княжество, удельное княжество, которое некогда входило в состав единого государства, теперь фактически превращается в самостоятельное независимое государство. И мы попытаемся с вами сегодня разобрать, почему же так произошло, что послужило причиной, что послужило поводом того, что некогда единое сильное государство распадается на отдельные княжества. И давайте разбираться. Следующая схема нам как раз и позволит разобраться в причинах и фактах политической раздробленности Руси. Внимательно посмотрите. Здесь внизу указаны факты, которые были на Руси, а наверху как раз к каким причинам они привели. Дело все в том, что несмотря на то, что государство хоть и было достаточно большим, целым и единым, но тем не менее на территории древнерусского государства даже в период его расцвета, а мы напомним, расцвет приходится на княжение князя Ярослава Мудрого, до конца не был определен порядок наследования Киевского престола. Вы помните, что на Руси существовало так называемое лествичное право, когда трон наследовал старший в роду. Но Ярослав Мудрый вводит новое абсолютно правило, это наследование от отца к сыну. Вот существование этих двух порядков одновременно, ну, в общем-то, не навел, скажем, порядков в престолонаследии. Это привело к тому, что после смерти киевского князя многочисленные его родственники включались в борьбу за киевский престол, что и приводило к междоусобным войнам. Второй факт, какой мы имеем. Мы только что смотрели с вами карту и видели, что территория древнерусского государства достаточно обширна. Она начиналась, еще раз повторяю, на севере, простиралась до юга. И вот эти огромные территории, они различались по природным и хозяйственным условиям. Плюс ко всему, какие-то, скажем, территории были в более благоприятных условиях, некоторые в менее. Это и порождало некое различие в развитии этих земель. Происходило усиление экономической мощи отдельных земель и отставание других, что уже тоже было естественным диссонансом. Основу экономики древнерусского государства составляло натуральное хозяйство. Я вам напомню, натуральное хозяйство – это хозяйство, при котором человек все необходимое производил для себя сам. То есть, грубо говоря, жители города Киева всю необходимую продукцию производили сами и абсолютно ни с кем никаких экономических контактов практически не имели. Жители Новгорода, соответственно, сами себя обслуживали. Вот именно господство натурального хозяйства приводило к тому, что тесные торговые и экономические связи между княжествами отсутствовали. Как в принципе и отсутствовали дороги. Мы уже помним из предыдущих лекций о том, что связь между отдельными регионами была достаточно затруднена. А гонец из города Киева, который направлялся в Новгород, двигался на протяжении нескольких месяцев. Письмо прибывало в Новгород, ответ же приходил только после зимовки, потому что зимой, конечно же, никто в путь не двигался, только с наступлением весны, поэтому, грубо говоря, письмо, отправленное из Киева в Новгород, назад возвращалось через один год. То есть, говоря о том, что древнерусское государство было
скажем, относительно единым и целым, оно, сами понимаете, было не совсем единым в плане того, что связи между отдельными регионами что отсутствовали. Ну и развитие отдельных регионов приводило к тому, что в отдельных регионах начинают развиваться и расти города. И если на первоначальном этапе города подчинялись Киеву, поскольку видели в нем защитника от внешней агрессии, то с каждым годом, становясь все сильнее и мощнее, многие города в отдельных княжествах стали задавать себе вопрос: а мы хотим быть такими же независимыми и богатыми, как город Киев. Поэтому со временем города подчиняться Киеву не хотят, они стремятся к самостоятельности. Таким образом, процесс распада Руси на отдельное княжество, он начинает зарождаться еще задолго до самого момента распада. Некоторые, скажем, его предпосылки формируются на протяжении десятилетий и даже столетий. Таким образом, давайте все-таки четко сформулируем причины раздробленности, которые привели к распаду. На первое место можно поставить бурное развитие натурального хозяйства. Я вам уже говорил, это то, что между отдельными регионами абсолютно никакой практически связи не существовало. На втором месте укрепление вотчин, которыми владело крупное боярство. И со временем бояре, а помните, я вам говорил, что во внутренние дела вотчины князь вмешиваться не имел права. И вот эти многие бояре, богатея с каждым годом, эксплуатируя население своих вотчин, они становятся настолько сильными, экономически независимыми, что они начинают конкурировать с князьями и даже превращать свои вотчины в маленькие государства. Растет и развиваются города, которые также не хотят подчиняться Киеву. Отсутствует четкая система престолонаследия. Пятое. Уменьшение политического влияния Киева после изменения порядка престолонаследия. Того изменения, которое вел Ярослав Мудрый. Долгое время связующим звеном, который связывал южные и северные части древнерусского государства, был, конечно, знаменитый торговый путь из Варяг-Греки, который проходил из Новгорода через Киев, далее в Византию. Но со временем значение этого торгового пути снижается по разным причинам. Сама Византия начинает постепенно приходить в упадок, да и на смену торговому пути из Варяг в Греки приходит новый Волжский торговый путь, о котором мы говорили с вами на предыдущем занятии. Поскольку вот снижение торговли произошло вследствие снижения значения этого торгового пути, и вот этого связующего элемента тоже становится все меньше и меньше. Седьмая причина – это уменьшение внешней агрессии. Я вам уже рассказывал о том, что большую опасность для древнерусских земель представляли половцы. Однако в период правления Владимира Мономаха большинство половцев были разгромлены. Владимиром Мономахом было совершено более 80 походов, и все они оказались успешными. И если раньше перед угрозой внешней агрессии многие княжества объединялись вместе, то теперь, зная о том, что им ничего не угрожает, многие княжества начинают развиваться самостоятельно, говоря о том, что они не хотят подчиняться и объединяться в единое целое. Ну и последние две причины, они, может быть, не самые главные, но также они определенную роль сыграли в распаде древнерусского государства. Это огромные территориальные размеры Руси, то, что мы уже с вами говорили, от Балтики до Черного моря, и этнические различия населения Руси. Именно в этот промежуток времени начинают окончательно из отдельных племен, которые населяли территорию древнерусского государства, формироваться будущие различные народы, такие вот братские народы, как русский, украинский, белорусский. И, соответственно, вот эти этнические различия также сказываются. Естественно, мы уже с вами говорили, процесс раздробленности – процесс достаточно длительный. И внизу на слайде как раз и представлены этапы раздробленности Руси. Их можно выделить 4. Первый этап начинается практически сразу со смертью Ярослава Мудрого в 1054 году. Именно смерть Ярослава Мудрого привела к тому, что три его сына решают разделить единое некогда целое государство на три части, в
фактически заложив основу будущей раздробленности Руси. Но это было только начало. Следующее событие, которое произойдет в древнерусском государстве, можно считать не только, скажем, этапом, но и поводом феодальной раздробленности. Разделив землю вначале между тремя братьями, в последующем между ними возникают ссоры и между их наследниками за территорию, за землю. Многочисленные междоусобные войны заканчиваются и первой пролитой кровью, что и спровоцирует Владимира Мономаха в 1097 году собрать знаменитый Любечский съезд князей. Собравшись на этом съезде, князья начинают решать главный вопрос, как они будут жить дальше. И именно здесь принимаются два судьбоносных решения для истории древнерусского государства. Первое – это совместная борьба против половцев. Однако, забегая наперед, я вам скажу, что, по сути дела, князья не выполнили этого решения, поскольку только один поход был совместным, в последующем все бремя защиты древнерусского государства от половцев возьмет на себя сам Владимир Мономах. А вот второе решение оказалось куда более важным. Именно здесь, на Любечском съезде, окончательно принимается решение о том, что каждый князь правит в своей отчине, то есть в своей вотчине. По сути дела, Любечский съезд закрепил юридически существование деления древнерусского государства на отдельные княжества. Ну и последующий распад Руси уже произойдет после смерти Мстислава Великого 1132 года. Именно эта дата принимается историками как дата окончательной раздробленности на Руси на отдельные княжества. Ну и последнее событие, как бы поставить точку в этапах раздробленности, это событие 1169 года, когда Андрей Боголюбский возьмет город Киев, сожжет его и тем самым, взяв титул великого князя Киевского, в Киеве он не останется. Но об этом поговорим чуть позже. Наверху хорошо видна схема, на какие части распадается древнерусское государство. Изначально Русь распалась на пять частей. Северо-западная, западная, юго-западная, северо-восточная и южная Русь. Каждая из этих территорий распадается на отдельные княжества. Так, северо-западная Русь состояла из Новгородской и Псковской земли. Западная Русь из Минско-Полоцкого, Турово-Пинского и Смоленского княжества. Юго-западная Русь состояла из двух княжеств – Галицкого и Волынского, которые чуть позже объединятся в единое целое. Северо-восточная Русь из Владимира Суздальского и Рязанско-Муромского княжества, а Южная Русь распалась на Киевское, Черниговское, Переяславское и Северное княжества. С распадом Руси на отдельные княжества фактически утрачивается им некая единая роль Киева, поэтому некоторые княжества начинают претендовать на роль лидера. Не все, конечно, княжества претендуют на эту роль, но появляется три княжества, которые претендуют на роль лидера древнерусского государства и объединителя Руси. Это Новгородское княжество, Галицко-Волынское и Владимиро-Суздальское. Возникает логичный вопрос, насколько княжество распалась Русь. В начале, то есть к середине 12 века, сложилось примерно 15 княжеств. Вы видите карту, где хорошо видно выделяются эти княжества. Но процесс деления не заканчивается. К концу 13 века таких княжеств насчитывается уже около 50. А в XIV веке их было более 250. То есть процесс распада древнерусского государства происходил постоянно. И каждый князь пытался не обидеть своих сыновей и делил княжество между наследниками. В результате от единого целого большого государства практически ничего не осталось. А микроскопичные княжества, они уже были не в состоянии противостоять внешней агрессии, что, собственно говоря, воспользовались монголо-татары, которые с такой легкостью практически всю территорию древнерусского государства захватили, и Русь попадает в иго Золотой Орды. Что же собой представляли отдельные княжества? По сути дела, отдельные княжества представляли самостоятельные государства, потому что каждое княжество чеканило свою монету, устанавливало законы,
имела свою систему меры весов, устанавливала границы, в том числе также устанавливала и таможенные пошлины. То есть если вы думаете, что уплата таможенной пошлины – это современные, скажем, изобретения, на самом деле нет. Таможенные и пошлины появляются уже тогда. Каждое княжество имело свое войско, а также вело самостоятельную внешнюю политику. То есть, по сути дела, представляет собой независимое государство. А столица княжества становится столицей вот этого государства, которое начинает соперничать непосредственно с Киевом. И я вам уже сказал, что из всего многообразия княжеств изначально выделяются три. Это Новгородская земля, которая вошла в историю как Боярская республика. Это Владимиро-Суздальское княжество с сильной княжеской властью. И Галицко-Волынское княжество, в котором была достаточно сильна боярская оппозиция. Поскольку эти три княжества претендовали на роль лидера, на нового объединителя Руси, давайте историю каждого из отдельных княжеств и рассмотрим, удалось ли им стать этим лидером или нет. Начинаем с самого западного княжества, которое располагалось на юго-западе Руси, между реками Днепр и Прут, и такой естественной границей выступали Карпаты. Это Галицко-Волынское княжество. Галицко-Волынское княжество было образовано в 1199 году первым правителем Галицко-Волынского княжества Романом Мстиславичем. Внизу вы видите его портрет и годы его, собственно говоря, жизни. Это 1150-1205 год. Именно Роман Мстиславич, волынский князь, в 1199 году объединяет Галичину и Волынь. Что же собой представляло Галицко-Волынское княжество? Это достаточно богатое княжество, старинный центр русского пашенного земледелия, которое обладало обилием плодородной земли. Одним из богатств княжества была, конечно же, каменная соль, которая существовала на территории этого княжества. Соль в те времена, и в принципе до начала 20 века, была главным консервантом, который позволял сохранять запасы продовольствия. Это было стратегическое сырье, и поэтому тот, кто владел солью, фактически владел богатством. Вообще на территории древнерусского государства было практически только два места, где добывали соль. Это вот запасы каменной соли в Галицко-Волынском княжестве. Их добывали здесь шахтным способом. А также соль добывали в Новгороде, ее выпаривали. Были такие процессы солеварения. Поэтому, естественно, добыча соли они позволяли сидеть на богатстве, потому что соль продавали не только по всей территории Руси, но и за границей. Потому что ближайшее месторождение соли находилось в Западной Европе, это на территории современной Польши. Там находится такой вот рядом с Краковым город Величко, где находятся соляные копи. А следующие, скажем, запасы соли, это уже Германия, Бавария, город Мюнхен. Вот, собственно говоря, образование города Мюнхена тоже связано с солью. И кто знает и видел герб Мюнхена и флаг Мюнхена, там такие ромбики бело-голубые. Вот белый – это вода, соль, а голубой – это вода. То есть, по сути дела, вот и Мюнхен тоже возник благодаря запасам соли. То есть, соль обеспечивала богатство. Поэтому нетрудно догадаться, что Галицко-Волынское княжество было княжеством очень богатым, поскольку сидело на каменной соли. Плюс ко всему, Галицко-Волынское княжество было самым западным княжеством. Оно граничило со странами Западной Европы, и поэтому здесь осуществлялась активная внешняя торговля и рост городов. Именно все это в совокупности и обеспечило вот ту экономическую независимость и самостоятельность Галицко-Волынскому княжеству, которое начинает бороться за, скажем, независимость и за овладение Киевом. Надо сказать, что впервые Киевом овладел сам еще Роман Мстиславич. В 1203 году он захватывает город Киев и получает титул великого князя Киевского. То есть, по сути дела, можно говорить о том, что он заложил основы того, что Галицко-Волынское княжество начинает претендовать на роль лидера. Однако удержать эту власть Роман Мстиславич не смог.
В 1205 году он погибает в польском походе возле крепости Завихвост, и, соответственно, в княжестве наступает такой период, что его сын, а у него будет два сына, Даниил и Василька, они будут еще маленькими детьми, они управлять страной, что не смогут. Это как раз и приведет к тому, что в княжестве возникнет некий такой вакуум, которым воспользуются бояре. И вот в Галицко-Волынском княжестве сложилась такая особая ситуация, когда сильное боярство, воспользовавшись отсутствием сильной княжеской власти, смогла эту власть узурпировать в своих руках. И вот внизу показана система, структура политической власти, где и князь, и боярство, и вече, они обладали практически одинаковыми правами, что и привело к постоянной борьбе за власть между тремя этими ветвями власти. И несмотря на то, что в 1238 году сыну Роману Мстиславичу Даниилу Галицкому удалось княжество заново объединить, и именно его период правления называется периодом расцвета Галицко-Волынского княжества, и вы видите портрет Даниила Галицкого, здесь уже он справа изображен. Причем, обратите внимание, изображен он в необычных, скажем, одеждах, если так можно сказать. Он одет в западноевропейские латы, и на голове у него корона. А если присмотритесь, на заднем плане нарисован какая-то крепость. Что же это такое? На самом деле Даниил Галицкий – это первый и, пожалуй, единственный русский князь, который официально получил титул короля. В 1254 году римский папа Иннокентий IV его короновал, даровал ему корону и титул короля русов. И, соответственно, вот эту корону он на себе на голову одел. А изображение вот этого замка – это не что иное, это главное детище Даниила Галицкого. Он построил новый город в честь своего сына Льва. Город этот называется Львов. Но Даниил Галицкий, период расцвета его правления, умирает в 1264 году, и фактически после его смерти опять бояре начинают соперничество за власть с галицко-волынскими князьями. Результатом этого соперничества является то, что внешние враги воспользовались слабостью власти, и в 1392 году окончательно Галицко-Волынское княжество будет разделено между Литвой, Великим княжеством Литовским и Польшей, и перестанет существовать. Земли попадут под влиянием. Волынь окажется в составе Великого княжества Литовского, а Галичина войдет в состав Польши. Таким образом, княжество прекратит свое существование в 1392 году, и, по сути дела, вот эта гонка за лидерством завершится ничем. Не сможет Галицко-Волынское княжество стать новым лидером Руси. Ну, перемещаемся в следующее княжество. Княжество Владимира Суздальское, которая располагалась на северо-востоке Руси, между такими крупными реками Ока и Волга. Обособилось это княжество от Киева примерно в 30-е годы XII века, и особенностью этого княжества заключалась в том, что здесь также находятся обильные плодородные земли, пригодные для растениеводства, и основная отрасль экономики становится земледелие. Поскольку это княжество располагалось за достаточно далеко на северо-западе, то с началом монгольской агрессии именно сюда приходит постоянный приток населения, которые спасались от набегов кочевников, и надо сказать, что все князья Владимира Суздальского княжества с удовольствием всех новых людей принимали и давали им возможности осесть на этой земле и, соответственно, ее развивать. Поэтому постоянный приток населения, который осуществлялся в Владимиро-Суздальское княжество, породил создание огромного количества городов. Здесь развиваются такие старые города, как Владимир, Суздаль, Ростов, Ярославль, но и появляются новые, среди которых выделяется Москва, Кострома, Переслав, Залесские. Плюс ко всему, княжество имело очень выгодное географическое положение, располагаясь на пересечении торговых путей, которые проходили по рекам Ока и Волга. Именно по Волге, напомним, проходил второй значимый путь, это Волжский торговый путь, из Варяг в Арабский мир.
Расцвет Владимира Суздальского княжества приходится на правление трех князей. Это Юрия Долгорукова. Юрий Долгорукий, напомню, это сын Владимира Мономаха. Андрей Боголюбский и Всеволод III Большое гнездо – это дети Юрия Долгорукова. Причем здесь интересный такой момент. Юрий Долгорукий еще при жизни своего отца, то есть при жизни Владимира Мономаха, который был великим княжем киевским, получил от отца в подарок перед смертью уникальную вещь. Это вот ту самую шапку Мономаха, которая была символом княжеской власти. Не знаю почему, но Владимир Мономах буквально за год до своей смерти пригласил всех своих детей, тогда еще единого государства, к себе в Киев и решил, собственно говоря, отдать шапку Мономаха, как ни странно, не самому старшему, а одному из младших. Это Юрий Долгорукий. И Юрий Долгорукий, получив из рук отца вот знаменитую шапку Мономаха, вместе с ней уезжает в тогдашнюю столицу Владимира Суздальского княжества, город Ростов-Великий. Именно он потом делает, скажем, новым столицей это Владимир. И по сути дела, вот эта шапка, которая из Киева уехала на территорию Владимира Суздальского княжества, уже как бы заложила основы того, что в будущем Владимира Суздальское княжество может стать объединителем русских земель. Ну а довершил, так сказать, процесс передачи каких-то реликвий на территории Владимира Суздальского княжества его сын Андрей Боголюбский. Дело все в том, что Юрий Долгорукий, почему и получил прозвище этот Долгорукий, за то, что постоянно пытался присоединять новые земли к своей Владимира Суздальской земле. И вот ему не давали покоя, скажем, лавры Великого княжества Киевского, поэтому он и захватывает город Киев, и по преданию киевские бояре, которые, собственно, вначале смирились с тем, что он стал великим князем киевским, чуть позже они его отравят. И смерть Юрия Долгорукого в Киеве послужила поводом, чтобы Андрей Боголюбский, это сын Юрия Долгорукого, пришел в Киев и мстил за своего отца. Мы уже с вами говорили, это в 1169 году он город Киев сожжет. Но чуть раньше Андрей Боголюбский из Киева вывезет второй символ власти, некую, скажем, охрану этой власти, знаменитую икону. Это икона, которая получила название Вышегородская Божья Матерь, поскольку она хранилась в Вышегороде, это под Киевом, в княжеском замке. Сейчас эта икона получила название Владимирская Божья Матерь. Это одна из самых почитаемых икон на Руси. Именно Андрей Боголюбский эту икону вывез во Владимир, но чуть позже она окажется на территории Москвы. И эта икона была не только защитницей киевской земли, но опять-таки же и символом великокняжеской власти. Таким образом, еще задолго до возвышения Москвы два символа, шапка Мономаха и икона, теперь уже Владимирской Божьей Матери, они были из Киева вывезены. И все это в совокупности привело к тому, что на территории Владимира Суздальского княжества складывается особая политическая структура, когда князь получает неограниченные права. Причем вот первым князем, который стал себя вести фактически как русский царь, это будет Андрей Боголюбский. Он первый, кто начнет позиционировать себя как правитель с неограниченной властью, даже потребует для себя отдельный стол, ведь раньше князья всегда сидели за одним столом с дружиной и ели отдельно. Теперь он от них отсядет, станет носить совершенно иную одежду, по-иному питаться. Это вызовет, конечно, недовольство со стороны дружины, которые будут говорить о том, что Андрей Боголюбский стал вести себя как человек с неограниченной властью, что, собственно говоря, и станет причиной его смерти. Будет организован заговор, его будет очень долго убивать, и он умрет мученической смертью, но именно такое поведение Андрея Боголюбского приведет к тому, что его брат Всеволод III Большое гнездо практически после подавления вот этих всех восстаний возглавит княжество и продолжит политику своего брата. И окончательно на территории Владимира Суздальского княжества сложится структура во главе власти князь неограниченной властью, который будет опираться в своей власти на вече, и бояр. Тем самым Владимира Суздальское княжество действительно заложит основы будущего объединения русских земель. Но пока еще, конечно же, Москва только появилась на карте, но еще такого лидера пока не играет. Ну и следующее княжество, третье, это княжество Новгородская Боярская Республика и Великий Новгород. Здесь сложилась совершенно иная
система управления. Мы смотрим на карту. Здесь, видите, князь находится внизу. Почему так сложилось? Ведущей отраслью хозяйства станет ремесло и торговля. Новгород, который находился на севере, здесь изначально были достаточно слабые условия для развития земледелия и суровые климатические условия, холод, сырость. Все это приводило к тому, что здесь в основном развивались такие виды деятельности, как солеварение, производство железа, рыболовство, охота. И всеми этими видами деятельности в основном занимались бояре. Именно поэтому бояре сконцентрировали в своих руках основную власть и деньги. Фактически они управляют Вече. Именно здесь 300 боярских родов, которые будут составлять знаменитые 300 золотых поясов, и будут, собственно говоря, и руководить городом Новгородом и Новгородской республикой. Князь будет выполнять функции лишь охранника, которого будут сюда приглашать, и с ним будут заключать договор, ряд, по которому в функции князя вводится только защита города от внешнего врага, а также помощь в сборе налога. Наиболее самым таким выдающимся князем эпохи Великого Новгорода, конечно же, станет Александр Ярославич по прозвищу Невский, потому что именно в период его княжения на территории Великого Новгорода на его долю выпадет, скажем, две таких выдающихся события, связанных с защитой Великого Новгорода от внешней агрессии. В 1240 году на территории Новгорода, вернее, вот на Новгород попытаются напасть шведские рыцари, которые высадятся в устье Невы. И несмотря на то, что рыцарей было 5000, а Александр Ярославич обладал всего лишь отрядом в 1500 человек, он все-таки смог победить в этой знаменитой битве, за что и получил прозвище Невский. Через два года, в 1242 году, он подтверждает звание великого полководца, поскольку он отражает внешнюю агрессию со стороны уже немецких рыцарей, рыцарей Ливонского и Тевтонского орденов, которые также пытаются захватить Псков, а затем и Новгород в знаменитом Ледовом побоище. Но это, пожалуй, исключение, когда Александр Ярославич такими победами снискал себе не только славу великого полководца, но даже получил право на то, чтобы жить в городе Новгород. Дело все в том, что по договору, который заключали князья с Новгородом, князья даже не имели права жить на территории Новгорода. Вот бояре полностью все контролировали. Вот и схема здесь показана, что на первом плане Вече и боярство, которое держится в своих руках, а князь выполняет внизу. Вот такая политическая структура управления Новгородом, она оказалась, с одной стороны, в чем-то эффективной в области развития экономики. Действительно, город богател и развивался, но в остальном целом Новгород не мог противостоять внешней агрессии. И уже в более поздние времена, а именно уже в 15 веке, Новгород не сможет отстоять свою независимость, и во времена уже Московской Руси и правления Ивана III Великого Новгород будет захвачен и окончательно присоединен к Москве. Таким образом, вот третий лидер, который был достаточно сильным и достаточно большим, все-таки немножечко вот эту гонку за лидерство выдержать не смог в силу того, что боярство, которое находилось у власти на территории Новгорода, предопределило судьбу этого города. Таким образом, давайте еще раз посмотрим на особенности этапа политической феодальной раздробленности Руси. Так, еще три лидера у нас выделились. Это Галицко-Волынское княжество, Новгородская земля и Владимиро-Суздальское княжество. И мы уже с вами выяснили, Галицко-Волынское княжество не смогло выстоять в борьбе между князьями и боярами за власть, и в 1392 году прекращает свое существование полностью, исчезает с карты, поскольку будет захвачено, я уже напоминаю, Великим княжеством Литовским и Польшей. То же самое, в принципе, произойдет и с Новгородом, и хотя он сможет отстоять свою независимость, но вот эти распри
и сильная власть бояр и купцов не позволят стать Новгороду центром объединения русских земель. И только во Владимиро-Суздальском княжестве сложится окончательно сильная княжеская власть, которая станет прообразом будущей власти, скажем, правителей абсолютной монархии, что и заложит основы объединения земель теперь же вокруг нового центра, вокруг Владимира Суздальского княжества. Каковы же последствия раздробленности Руси? Конечно же, они были как положительные, так и отрицательные. Положительным последствием этого периода можно отнести то, что развиваются новые формы жизни и новые формы хозяйственной жизни и поземельных и политических отношений на различных ее территориях. Расцветают города и ремесла, причем не только расцветает город Киев, но и окраины, скажем, территории тоже развиваются. Происходит закрепление земель на основе наследственного права и значительно уменьшаются княжеские конфликты, а также происходит расцвет культуры в отдельных княжествах, потому что каждый князь старался сделать свой город, свой центр княжества, безусловно, новой красивой столицей. Таких примеров множество. Например, город Владимир, он настолько расцветает красивым по архитектуре, он полностью копирует город Киев. Как вот в Киеве есть золотые ворота, так и во Владимире появляются золотые ворота. Софийский собор есть в Киеве, в Владимире появляется Софийский собор и так далее. Но помимо положительных последствий, которые носили такой краткосрочный характер, в более долгосрочном перспективе мы наблюдаем о значительных отрицательных последствиях раздробленности. И первое самое такое сильно отрицательное явление – это междоусобные войны и обострение борьбы между князьями и боярами за власть. Плюс ко всему на протяжении 13 веков происходит дробление княжеств между наследниками, что в конечном итоге приводит к образованию микрогосударств, которые не только лишены перспективы исторического развития, но и лишены права на защиту. И в конечном итоге все это приводит к ослаблению общегосударственного военного потенциала и к нападению на Русь внешних агрессий. Если на северо-западе удалось независимость Новгороду отстоять, во многом благодаря таланту и мужеству Александру Невскому, то, к сожалению, южные границы под нашествием такого грозного соперника, как монголо-татары, к сожалению, в общем-то, отстоять не удалось. Русь попадает почти на 240 лет монголо-татарского ига. И подведем итоги. Так что же такое феодальная раздробленность? Это процесс разделения древнерусского государства на ряд независимых земель и княжеств. Главными причинами раздробленности стали княжеские усобицы, развитие феодального землевладения и, по сути дела, отсутствие четкого порядка престола наследия. Третье. Феодальная раздробленность – это все-таки прогрессивный этап в развитии общества, поскольку способствовал подъему экономики, активизации торговли, расцвету культуры в княжествах. Но, с другой стороны, в этот период происходит снижение общей обороноспособности разрозненных земель и княжеств, которое приводит фактически к падению и к тому, что наше государство будет захвачено монголо-татарами. Таким вот образом мы сегодня с вами разобрали такой период в истории древнерусского государства, как период политической феодальной раздробленности, и в следующий раз мы посмотрим, как будут развиваться события в истории дальше. У меня сегодня все. Спасибо за внимание.